не стоит здесь оставаться. Здесь бдительные стражники. Стой на месте! А ну стой! Крылся, малака. Лучше ему не возвращаться. Этот свист раздражает. Тебе не сбежать!
Славная деревня стала гнездом беззакония и преступства. Там что-то есть. Кажется, ничего. Уверен, это дело рук наем. Как они посмели тронуть меня? А ты возьми деньги за хлоп. Хотя можно было и побыстрее. Меня нанял твой брат. О, я не сомневался в нем. Как быстро он нашел себе слугу. Внесу ясность. Если бы не деньги твоего брата, я бы охотно скормил тебя свиньям. Ну, вперед! Держись рядом и молчи. Арнеус, мы снова вместе! Не знаю, где ты нашел этих головорезов, но они справились. Очень мило. Но где мои деньги?
Я видел, как ты копался в моих сундуках. Считай это платой за свою спесь, Малака. О, он же спас тебя, Арнеус. Не надо. Я уже ухожу. Не бойся, не должен.
тебе конец! Мне забрать! Зря ты взялся за это дело, Талос. Huh?
буду осторожен. Вперед! Циклоп важен. Я подумал. Ну, твой план? Итак, я должен свести счеты с циклопом. Как и ты, мой непримиримый друг. Он бы не искал меня, если бы не ты, друг мой. Точно. Но, клянусь, я покончу с этим. Раз он не хочет отзывать своих головорезов, мы сделаем так, чтобы он пожалел об этом. Что ж, излагай, что я должен делать? Ты хотел сказать нам. Я умней и буду тебя направлять, так что мы команда. Ну, конечно. Скажи, чем дорожит циклоп? Людьми? Землей? Судами? Нет, обсидиановым глазом. Ближе к делу, Маркос. Ладно, мы украдем его. Ты тронулся? Сначала деньги... Теперь его глаз? С ним мы победим и разбогатеем. Мы убьем двух зайцев одним глазом. Будет сопротивляться, лишится обоих глаз. Нет, нет! Нельзя, чтобы циклоп тебя заметил. Действуй скрытно. Значит, мне пригодится мой новый лук. Циклоп хранит глаз дома, так как очень дорожит им. Мудрое решение, но ты преподашь ему урок. Дождись заката, прокрадись в дом и укради глаз. Ладно, но в этот... Что? Зря ты так, Аль... Это твоя сущность. Принеси мне глаз и поймешь, что заблуждаешься. Не забудь, не выдай себе... Помню. Если ты справишься, циклоп не отрежет.
осталось найти глаз. Если он такой ценный, наверняка его спрятали. Ну как там, Маркус? Почему он тобой командует? Все не так. Просто из-за него я оказываю... Не позволяй ему так делать. Спасибо за совет. Пожалуйста. Что? Знаешь, Каусус? Город? В городе ужасная болезнь. Повторяю, я не бог. Но Икар... Лишь птица. Все равно ты можешь помочь. Ах, ладно. В пещере нет богов, лишь разбойники, что крадут деньги и надежду. Так и знал. Ну, Зевс не покарает тебя. Надеюсь, воры по... Они познали мой. Για την του ηχθείως προσφορά και του χειριδίου ήμι. Ήθε του το ευχαριστήσισε, νινί. Мне нечего предложить, но я нуждаюсь в помощи. Я бедна. Четверо детей, все, что у меня есть. Я продаю корзины, но моя повозка сломалась. Как ее починить? Слушаю. О, славный бог! Молю. Я услышал тебя. А? Я верила в тебя. Да. Конечно. Ну, если ей нужны деньги. Ugh.
Тише. Хела. Давай, давай. Гефеста! Так и есть. Повозка видела лучшие времена. Она везла корзины на рынок, но повозка сломалась. Так-то лучше. Им это нужнее. Сами. Интересно, смогу ли я уехать, не ввязавшись в драку? Ха, на что я надеюсь, сами все тот же. Чем могу быть полезен? Да, рады. Держи, как договаривались. И быстрее. Береги себя. Ты тоже, Алексю.
Надеюсь, меня никто не заметит. Алексиус, ты хочешь по... Да. Славно. Скажи... Так как насчет награды? О, конечно.
Столько лет на Кефалинии, а я и не знал, что дворец Одиссея находится здесь.
Что-нибудь есть? Останови! Проклятый огонь! Жертву застали врасплох. Выпусти меня. Пойдем отсюда. Драться можешь. Разумеется. Спасибо. И как я могла... Ну и так я слишком... Но ты делаешь и... Да, ты прав. Я провожу тебя до... Что ж, мне повезло. Алексиус? Я Одесса. Меня... Отправимся к... Спешить. И это все? Руины? А чего ты ожидала? Не знаю. Величие. Меня назвали Одессой. В честь славного Одиссея. Я надеялась, что смогу лучше понять его. Ну и? Поняла? Увы, нет. Пойдем к кораблю. Я заплачу там.
Это тебе. Почему это место так важно для тебя? Ты смеешься? Одиссей жил здесь. Он привлек к себе внимание богов. Зато он стал легендой. Ты милая, так уверена, что придешь к цели. Не люблю, когда меня так называют. Я могу подобрать для тебя и другие эпитеты. Не терпится услышать. Скажем, прекрасная? Надеюсь, ждать недолго. Ну, что думаешь? Думаю, что мне стало гораздо легче. У меня так... Если... Я проделала долгий путь. К руинам жизни Одис... Не следовало просить совета у наю... Thank you.
нападение произошло тут. Огляжусь. Груз забрали, повозку бросили. С такой ношей вор не мог уйти далеко. Здесь море следов. Группа людей ушла на запад. Бит выстрелом в спину. Дело рук разбойников. Это и есть лагерь разбойников. Сейчас ты умрешь! Я точно нашел!
Мистей! На самом... Как и всем. Мы хотим... Стой. Об этом... Я никого не... Как скажешь. Одна голова... Акул. Она... Желание покинуть Кефали. А кому нет? Что у нас? Оно... Ладно. И... Она на глубине. Что ж, акул... После этого я не пред... Глаз. Я тебя вижу. На! Нужно укрыться. Я могу затаиться в кустах. Вас так тщательно охраняют. Лучше не лезть на рожон. Интересно, там кто-нибудь есть? Показалось. Меня стреляют. Вот откуда в нас стреляют. Thank you.
Циклоп настроен серьезно. Давай. Давай.
Элла! Боги, что здесь произошло? Убийцы! Этот же... Вам это... Ты посланник. Удачи! Элла! Ожерелье внизу.
Давай. Ασχολίαν βελτίσκου, ευρέ! Как знаком. Давай, пошел! Давай, вперед! Да это же вои. Я нашел. Ты прав? Я подозревал, что ты мне не победишь сама. Образец твоей особой древ... О, боги! Ты точно от Маркуса? Мы разные. Бери. Эй, осторожно! Знаешь, сколько там было охраны? Учитывая, сколько избежалось, представляю. Я ведь просил не шуметь, но ты им задал. А все, проклятый камень. Продав этот камень... Купить дом, да. А вер... О, не грусти! Да? Кому как? Мне не ну...
все получит. Я лучше промолчу. Возьми, да. Чем в глаз... Думаю. И? В нашем... Вернулся. Убей, сплошно. Брось. И где они? В заброшенном доме на восточном Часть цак... И не... А. Ну что, поехали. Ну давай. Элла, Элла. Заброшенный дом и люди. Лишь бы не заметили. Я тебя найду. Эй, ты! Обычно я поручаю грязную работу другим. Может быть, ты знаешь, чем вывести это пятно? А чего ты хотел? Так ты мистий, которого я ищу. Умеешь убивать? Молодец. Никакого сочувствия к тем, кто работает с тобой. Не со мной. На меня. Наемники. Судя по всему, бывшие. Так ты не работаешь на Циклопа? С каких пор наемники верят легендам? Я не о чудище. Я о человеке. Ты прибыл издалека. Что тебе нужно? Верно, я не с Кефалинии. Меня привели сюда поиски. Следуй за мной, Алексис. Кто ты? Я Элпинор из... Откуда я тебя знаю? Иди. Кто?
Кто тебя прислал? Я ценю любознательность. Ты знаешь больше, чем... Знать о тебе в моих интересах. У меня украли кое-что и увезли на Итаку. Саван, сотканный Пенелопой. Хочу выкрасть его назад. Ладно. Это будет непросто. И не... Тогда по рукам. Ладно. Да, мистер. Удачи. Плыву к дому Одиссея на маленькой лодочке. Лучше мне не гневать Посейдона. Тот самый Саван. Элпинор не обманул. Пенелопы, воплоти! То есть в ткани. Весь пинек
Алексиас. Конечно. Отлично. Он тебе не нужен? Но тогда зачем? Я обрел нечто более ценное. За твои труды, Мисти. Мне начинает казаться, что возможно. Ты молодец, Мисти. Что скажешь, если справишься? Полководцы тоже. Да. Что? Я берусь. Отлично. Если бы был. Как жаль. Боюсь, даже ты не доберешься туда без корабля. Найд. Прекрасно. Это почему? Плавать по морю весьма опасно. Я тебе... Как сделай... Нужна лодка. Найду корабельщика. До новых встреч! Добрый корабль, Телемелис. Алексиус! Так и есть. Корабль для хорошего капитана. Капитана при деньгах. Мне очень нужен корабль. Каждому на Кефалине нужен корабль или место на нем. Еще бы, так... Мне ли не знать? Даже если купишь корабль, кто будет грести? Ты? Да я вот. Это Кефалиния. Я всегда смогу найти того, кто готов... Моря сейчас опасны. Немного от тебя, Пот. Не знаю, поможет тебе это...
Слухи ничего не значат. Не верь всему, что говорят. Кстати, еще говорят, что его корабль в заливе Клептос. Корабль, говоришь? Думаю, стоит наведаться в Клептос. Осторожней. Этот одно... Значит, можно взять корабль и расправиться с циклоп. Два зайца. Циклоп, пора нам поболтать. Если заметят, мне не сдобровать. Боги, свидетели, клянусь! Какие боги? Неужели так важно? Все боги, клянусь! Все, что есть! Я в жизни не слышал, чтобы человек столько говорил о богах! Отпусти его! Никто на этом острове не смеет говорить этого! Он сказал циклоп? Это так тебя задевает? Я не люблю, когда люди зовут меня так! Я тебя... Я... Но ты жирный, то есть большой и сильный. И у тебя, правда, один глаз. Глаз! Отдай! Отдай, я пощажу твоего друга Маркоса! Отдай мне глаз! Отдать?
Так возьми. Что это? Нельзя больше откладывать. Даже у таких крыс найдутся друзья на Кефалинии. Види, Зевс, кефалонийские разбойники не шутят. Рад, что ты со мной. Они тебя боятся. Спасибо тебе. Тому, кто всю жизнь провел в море. Ах да, забыл представиться. Что ж, Варнава, рад познакомиться. Ты о чем? Когда меня окунули под воду, я взмолил. Тебя слышу. Просто шел мимо. Опасен. Так. Конечно. И где он? Благодаря тебе, Сой. Возможно, сама судьба. Ты спас мне жизнь. Ты согласен. Я ему. Ты впрямь не. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно.
Элла! Когда пожелаешь, капитан. Стой! Подожди, Алексиос, я собрала все, что нужно. Хочешь плыть с нами? Куда ты, туда я. Феба, ты еще мала. За тобой некому присматривать. Этого и не нужно. Я сама могу справиться. Как-нибудь в другой раз. Хорошо? Но я не буду мешать. Раз мне нельзя, возьми Хару. Хару? Орлицу. Мою подругу. Подарок моей мамы. Ну, пусть будет с тобой. Спасибо. Хорошо, что ты спас Кину. Береги ее. Обещай, что когда... Надеюсь, на все воля судьбы. Мы же лучшие друзья. Будь по-твоему. И будет. Алексиос! Покинешь Кефалинию, не попрощавшись с лучшим другом? Не может, ты ведь уже здесь. Мы были прекрасны, что... Будем проще. Сразу видно, деловой... Чем будешь заниматься теперь? Пить вино! Кстати... Задание? Как думаешь? Готовь корабль. Славно. Пора в путь. Что ж, куда отправимся? Мегариду. Но ведь там... Я... Кого? Его... Не... Оракул определила... ее судьбу. Если она не умрет, Спарта падет. Останови их. Нет, она не опасна. Она поможет. Она поведет нас. Молчать! Нет! Не надо! Нет! Убийца! Он убил его! Брось его вниз! Смой с себя этот позор! Заплати жизнью за жизнь! Гляни на он меня, не такой, Николай. Как мы! Не слушай! Николаус! Не слушай! Нет! Нет! Не слушай! Николаус! Не надо! Отец! Николаус! Стой! Николаус! Нет! Николаус! Николаус, послушай! Взгляни на меня, Николаус! Нет! Не слушай! Я осквернен! Избавь себя от скверны! Отец! Ради Спарты! Нет! Отец! Нет, мое дитя! Алексиус! Плывем в Мегариду. Скорей. Боги, но зачем?
Почему мы должны рисковать своими жизнями и плыть туда? Потому что волк из Спарты мой отец. Чудесный морс... На палубе всегда так качает? Ха-ха, у тебя есть прекрасно... О, о чем? Ну, пока циклоп мял мне бока, его пираты забрали... Конечно. Ну, вперед! Поплыли! Ну-ка, проверим паруса! Thank you.